Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин. Ну и я жду вашей реакции, ваши плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально, что вы меня видите и слышите. И как только будет понятно, что у нас с вами есть обратная связь, мы начнем наш обзор, пока я делаю паузу и жду, пока вы отреагируете. Так, вижу, что все хорошо. Давайте начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики, что у нас сегодня выходило, что нас еще с вами ожидает. Но хотя ожидать нас сегодня уже ничего не ожидает, по причине, что сегодня день рождения Мартина Лютера Кинга, и сегодня и завтра рынки американские отдыхают, и, соответственно, практически нет американских новостей. Ну, сегодня и европейских, кстати, тоже нет. Сегодня, по сути дела, у нас были новости только с азиатских рынков. И вот в 2 часа 30 минут самые первые сегодня данные. Это были данные по инфляции Австралии. По данным TD Securities, месячные и годовые данные. По месяцу инфляция выросла на 0,2% и на 2% по годовым данным, если смотреть на то, что сегодня предоставили статистические агентства Австралии. До этого был рост 0,1% по месяцу и 1,8% по году. Действительно позитивный такой фактор. Очень неплохо для австралийской экономики. В 3 часа по Великобритании индекс цен на жилье показали рост в 0,5%. Это очень хорошо, особенно после того, что до этого у нас было снижение на 1,1%. В 3.30 вышли данные по Австралии по продажам новых транспортных средств. По году рост 2,2%. Месячные данные показали снижение на 0,5%. При этом было пересмотрено предыдущее значение. Оно составило 1,3%. В 4 часа 30 минут по Москве, по Китаю вышел индекс цен на жилье, данные за декабрь. Хорошая положительная динамика. До этого был рост всего 0,9%, теперь 1,6%. Далее вышли данные по Китаю, по Японии, извините, в 7.30. Индекс активности в сфере услуг снизилась, причем снизилась очень и очень серьезно, при том, что пересмотрели предыдущие значения до роста на 0,7%, ждали снижения на 0,6%, получили на 0,8% снижение. Промпроизводство упало на 0,9%. Это ни в какие рамки, конечно же, не лезет. Это очень-очень позитивный, негативный фактор для японской экономики. Ну и по году рост составил 1,7%. Небольшой плюс по отношению к предыдущему значению. До этого рост был составил 1,6%, теперь 1,7%. Это, в общем-то, неплохо. Но и сократилось использование производственных мощностей. Это, пожалуй, вот как бы тот показатель, который говорит о реальной динамике, что сейчас происходит в промпроизводстве. А промышленность – это действительно огромнейший сегмент всей японской экономики. Вот это все, что у нас сегодня было по ожидаемым новостям. Теперь заходим в новостную ленту Dow Jones, и вот что у нас пишут сегодня. Из интересных статей я нашел как раз по поводу Китая то, что писали. В частности, написано, что Народный банк Китая принял решение, направленное на сдерживание понижательного давления на свою валюту, и потребовал от иностранных банков, участвующих в торгах с офшорным юанем, резервировать средства в Центральном банке. Центральный банк Китая методично предпринимает меры для ослабления юаня, но в то же время противодействует сильному давлению некоторых трейдеров, стремящихся к очень резкому снижению курса. Такие снижения и такие сражения идут наиболее интенсивно на внешнем рынке, где ограничений на торговлю юанем значительно меньше, чем в континентальном Китае. Но поскольку Япония достаточно рядышком расположена, вот в этом ключе выступил также и управляющий банка Японии Харухико Курода. Он, открывая в понедельник конференцию региональных банков, сказал, что экономика страны, видимо, будет и впредь умеренно восстанавливаться, несмотря на падение фондового рынка Японии и рост японской иены. «Ожидается, что умеренное восстановление экономики продолжится», — сказал господин Курода. Он повторил, что Центральный банк будет внимательно следить за рисками для роста экономики и цен, и при необходимости готов очень активно скорректировать свою денежную политику. В целом, выступление Куроды, посвященное кредитно-денежной политике, стало пересказом того, что он говорил в предыдущей конференции региональных банков в октябре. То есть ничего нового господин Курода не сказал. Есть статья, посвященная решению
заседание Европейского банка, которое будет у нас с вами в четверг, и вот в статейке говорится, что решение, запланированное на четверг Европейского центрального банка, видимо, будет интерпретировано рынком как сигнал о выжидательной позиции и о возможном принятии мер в марте, говорят аналитики Citigroup. То есть сейчас никаких действий предпринимать банк, скорее всего, наверное, не будет, исходя из этого, и перенесет решение о принятии каких-то активных мер на март. По мнению Citigroup, на фоне замедления роста мировой экономики, слабой базовой инфляции, недостаточного роста цен в сфере услуг и слабых данных по заработкам, ЕЦБ, видимо, просигнализирует о возможности смягчения кредитно-денежной политики, если это будет необходимо. В марте, вероятно, Центральный банк рассмотрит понижение процентных ставок и расширение программы количественного смягчения, говорят в Citigroup. Один из важных моментов, который сегодня тоже наблюдается на мировых финансовых рынках, это снижение цен на нефть, продолжающееся снижение. Цены падают уже ниже $30 за баррель. Они уже практически там потихонечку начинают закрепляться. И вот в частности говорится сегодня, что котировки фьючерсов на нефть в понедельник в Европе продолжали снижаться, то есть и в Азии, и в Европе. При этом цена на нефть WTI и Brent закрепились ниже $30 за баррель. Перспективы увеличения без того избыточного предложения нефти на 500 000 баррелей в день находятся в центре внимания рынка, и многие обозреватели допускают дальнейшее снижение цен в следующей неделе с проверкой на прочность отметки в $25 за баррель. Возможно, мы увидим некоторую реакцию цен в начале этой недели, однако она была во многом ожидаемой, заметили в Morgan Stanley. В банке добавили, что ослабление финансовых и торговых санкций может отчасти улучшить ситуацию в мировой экономике, содействуя экономическому росту. То есть это, по сути дела, как бы намек тем, кто сейчас у нас занимается санкциями, что в такой текущей экономической ситуации далеко не самое время применять какие-то санкции, а лучше заниматься стимулированием экономики и добиться устойчивого экономического роста всей мировой экономики. Вот примерно такой у нас сегодня с вами новостной фон. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то вопросы, напишите коротенькое слово «есть». Затем свой вопрос напечатайте. Я сделаю паузу, подожду, пока вы свой вопрос напечатаете. Если же вопросов нет, ставьте плюсик. Мы пойдем с вами дальше и посмотрим, как ситуация развивается с технической точки зрения. А календарик на всю торговую неделю мы посмотрим с вами завтра, как это обычно делаем. По вторникам, но если у вас, собственно, есть желание, можете написать «давайте сегодня посмотрим», и мы посмотрим с вами календарь на неделю уже сегодня, поскольку время позволяет. Итак, жду, когда вы отреагируете. Делаю небольшую паузу. Жду вашей реакции и вижу пока плюсики. Это означает, что все ясно, все понятно. Можно смотреть технический анализ. Ну, давайте посмотрим технику. Начнем, как обычно, с нефтяных котировок. Вот у нас сегодня цены открылись с небольшим гэпом, но в течение дня гэп затянулся. Вот как это выглядит на часовом таймфрейме. Цены оторвались, немножко снижались в конце азиатской сессии, но в самом ее окончании все-таки выросли и укрепились за европейскую сессию. Вот сейчас идет небольшое снижение, но такое снижение традиционно можно наблюдать, как только на рынок приходят американцы. Но сегодня там выходной, вот посмотрим, как будут вести себя нефтяные котировки. Если посмотреть за неделю, неделя отмечена снижением, котировочки торговались ниже уровня 38 марки Brent, ну и вот сегодня уже практически ниже 30 торгуется в данный момент котировка 28.80. Это нефть марки Brent. Если посмотреть на нефть марки WTI, то картиночка достаточно похожа. Опять же, вот смотрим недельный график, да? Закрытие ниже 38 и сейчас уже ниже 30. Мы, собственно, можем с вами вот эту линию сейчас переместить. Она уже не столь актуальна. И выставить здесь кругленькую цифру в $30 за баррель. Вот она, на что сейчас ориентируются рынки, и смотрят на нее как на некую такую психологическую отметку. Вот у нас первое закрытие ниже 30, в пятницу закрылись рынки. Посмотрим, что произойдет сегодня с нефтью марки Brent и WTI. Пока что все идет вниз, и вы видите, что аналитики говорят, что возможно дальнейшее снижение.
Вот. Во многом, мне так кажется, да, это все-таки связано по большой части с тем, что сейчас сняли санкции с Ирана, и хотя, по большому счету, рынки уже готовы к тому, что иранская нефть сейчас поступит на мировые площадки, и на торговые в частности, да, но, тем не менее, как вот такой разовый момент, этот фактор все-таки возымел свое действие, и избыток предлагаемой нефти, в общем-то, подтолкнул котировки вниз. Вот. Но повторюсь, что рынки к этому могут быть уже готовы, поэтому посмотрим дальнейшую реакцию. В общем-то, все на текущей неделе будет понятно. Если действительно текущий переизбыток реален на нефтяном рынке, да, то котировки, конечно же, пойдут вниз. Если же спрос, в общем-то, оказывает давление, будет оказывать давление на рынке и будет расти, да, то под влиянием спроса котировки могут немножечко скорректироваться. Но мы с вами, как всегда, не будем гадать на кофейной гуще, да, там упадут они или вырастут, мы просто будем с вами констатировать факты. На текущий момент цены падают, сегодня в течение дня пока что немножечко корректируются. Вот такова картиночка. Далее смотрим на индекс американского доллара. Очень веселая неделька, посмотрите, уже много-много недель. Индекс никуда не идет и находится чуть выше своего средневзвешенного значения. Если же посмотреть на daily frame, то он практически уже залип на своем среднемесячном значении, находится каждый день чуть-чуть выше. Да? Он всегда делает попытку чуть выше, чуть ниже, но в среднем, да, мы видим, что где-то вот, если у нас средневзвешенное значение 90-72, то на отметке где-то 99 он примерно так вот и существует, практически каждый день закрывается. То есть это некое такое состояние неопределенности. Ну и нужно сказать, поскольку у нас 22-периодная скользящая средняя, она отражает состояние котировок средней за месяц, цена находится достаточно средневзвешенно. Не оторвался ни вверх, ни вниз индекс американского доллара. Теперь смотрим на шестерку мажорных валютных пар, которые этот самый индекс составляет, и начинаем, как обычно, с триады обратных котировок, смотрим пару евро-доллар. Опять же, начинаем с недельного таймфрейма, недели полной неопределенности. Посмотрите, да, цены закрылись практически на том же уровне за неделю, на котором они открывались. Есть шип вверх, есть шип вниз, то есть реальное состояние неопределенности. Рынки ждут. Если брать формализованно, цены практически залипли на своем среднемесячном и среднедельном значении. То есть тоже достаточно взвешенно, средневзвешенно ведет себя европейская валюта, никуда не отрывается, ни вверх, ни вниз. Если же брать формализованно то, что мы с вами наблюдаем, тренд, восходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор OSMA, но пока что котировки идут вбок. Я бы не сказал, что у нас есть какой-то мощный импульс. С точки зрения диапазонной торговой системы цены находятся в средней трети, посмотрите, да, вот этого большого боковика. Этот я себе позволю уже убрать, он просто как такой некий дополнительный фактор у нас с вами работал, показывающий, что сейчас действительно идет такая достаточно большая неопределенность. Ну и чем дольше продлится вот это боковое движение, тем сильнее, конечно же, будет у нас с вами выхлоп. Весь вопрос, куда, вверх или вниз, да, посмотрим. Опять же, не будем гадать на кофейной гуще, посмотрим, как будут развиваться события. Тем же, у кого очень чешутся руки и хочется поторговать, что ж, если брать формализованно, то сегодня, как я уже сказал, тренд, восходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор OSMA. Вот, хотя я не считаю, что это реальный какой-то восходящий тренд, но, тем не менее, если формализованно смотреть, у нас и вершинки, и донышки тоже повышаются, поэтому если есть желание, пожалуйста, можете попробовать и открывать свои позиции на покупку. Здесь вам для этого нужно подождать сигнал осциллятора в покупку. Поскольку на дневном таймфрейме нет никаких диверов, значит, объем сделки у вас будет совершенно стандартный. Ждем сигнала. Когда сигнал закрепится на 4-часовом таймфрейме, на часах еще нужен будет обязательно и консолидация, узковолатильное боковое движение. Но вот сейчас это условие, в общем-то, по большому счету почти выполняется, посмотрим, да, 40 пипсов, ну, вот, вполне себе неплохо. Нельзя сказать, что идеально, конечно, но, тем не менее, достаточно спокойный рынок. Чуть позже, если у вас будет пожелание, посмотрим крокодила, вот, с точки зрения той торговой системы, сейчас, наверное, ситуация достаточно благоприятная по многим валютным парам. Здесь, опять же, повторюсь, если будет сигнал, после этого еще и вот эта консолидация не сломается, значит, поставите отложенный приказ buy stop, определите точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. В качестве цели, ну вот давайте, чтобы все-таки быть более
трезвыми, да, не будем пока что ориентироваться на верхнюю границу ценового канала, ее рассматривайте только в качестве бонусной цели, она достаточно достойная, а вначале будем ориентироваться на границу верхней трети нашей с вами диапазонной торговой системы. Поэтому в качестве цели рекомендую взять значение 1.1090. 1.1090. Вот примерно такова цель по европейской валюте. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте. Вопросов нет. Идем дальше, смотрим британский фунт, что у нас по фунту. Если взять недельный таймфрейм, то посмотрите, как мощно начинает снижаться британец. И мы просто обязаны с вами подкорректировать. Во-первых, я удалю эту линию и опускаем с вами уровни Фибоначчи. Мощное снижение 3 недели подряд. Британца. На дейли таймфрейме здесь диверы не сформировались, но есть признаки к тому, что рынок уже достаточно перепродан. Если же брать формализованно, то у нас сегодня день продаж. Посмотрите, пожалуйста, тренд нисходящей фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор OSMA, и нет никаких диверов, если брать по индикатору моментум, то все у нас с вами достаточно стандартненько. Сегодня продажи, теперь смотрим внутреннюю структуру. Мы опять обязаны пересмотреть с вами нижнюю границу ценового канала, и, наверное, имеет смысл даже поступить следующим образом. Сейчас мы с вами сделаем следующее. Так, мы уберем, во-первых, вот эти линии, которые уже сейчас не актуальны. Это во время того боковика, который у нас был, они несли для нас определенную информацию, сейчас уже это информация устарела, а поступим мы с вами следующим образом. Мы возьмем вот эту линию и построим вот такой нисходящий канал, но сделаем это следующим образом. Мы все-таки сделаем эту линию чуть потоньше. Примерно таким вот образом. И проведем через текущее донышко. Вот, но и по этому тоже критерию, ну что у нас есть здесь ближайшее? Вот это вот дно, давайте тогда по нему будем проводить. Вот, тогда более дальняя цель, в общем-то, для нас будет понятна. Итак, что мы здесь видим по внутренней структуре? Ждем, когда закончится отлив, и на формировании новой приливной волны по сигналу осцилляторов продажи определим, когда наступит момент входа по британскому фунту. После чего на часах на часовом таймфрейме, на часах еще обязательно консолидация. Вот сейчас этой консолидации нет. Здесь у нас уже волатильность, в общем-то, возрастает. Не самый благоприятный момент, а консолидация – это обязательное условие. И вот если бы все условия выполнились, то в качестве цели можно было бы сейчас рассматривать к нижней границе малого ценового канала, который я отрисовал тонкой линией. Это значение 1.4125. 1.4125. Внимание! Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно по британскому фунту, пожалуйста, отреагируйте. Здесь ситуация далеко не однозначная, поэтому я жду, когда будут ваши реакции, все ли вам ясно, все ли понятно. Ну что ж, вопросов нет, это не может не радовать. То, что всем все ясно, все понятно, вопросов нет, все идет в рабочем цикле хорошо, тогда смотрим следующую валютную пару, это австралийский доллар. Две недели подряд двигался у нас с вами австралиец, да? Теперь смотрим формализованно, что нам говорит трендовая торговая система, которая у нас с вами консервативный тренд нисходящий в фазе импульса, и то же самое подтверждает индикатор OSMA. Он понижается, находясь ниже нулевой отметки. У нас с вами нет никаких диверов. Ситуация достаточно стандартная. Значит, мы с вами направление знаем. Это продажи. Здесь никаких нет вариантов. Объем сделки тоже стандартный, поскольку диверов нет. Все у нас с вами стандартненько.
и смотрим внутреннюю структуру. Ну, посмотрите, красавец, он практически достиг границы ценового канала. Просто идеально совершенно себя ведет. Это не может, конечно же, не восхищать. Да? Все цели, которые мы с вами наметили, все прекрасненько отработано. Теперь давайте так с вами поступим. Смотрим внутреннюю структуру, идет отлив. Ждем, когда отлив полностью закончится. Должен быть четкий сформированный сигнал осциллятора в продажу на 4-часовом таймфрейме. Когда сигнал будет сформирован, мы с вами поймем, что да, момент входа наступил. Как только сигнал будет сформирован и закреплен на закрытой свечке, открываем часовой таймфрейм и ждем еще и бокового движения. И вот если все условия выполняются, только в этом случае вы ставите отложенный приказ sell-stop, определяете точку выхода, где вы будете выходить стоп-лоссом, при этом так, чтобы ваш стоп-лосс не превышал 2% от вашего депозита. Поэтому у каждого будет свой стоп-лосс. При этом он должен учитывать рыночные условия. Его не просто, нельзя ставить просто 2%, да, в пипсах. Должно быть сочетание. И рынок должен позволять, и это не должно превышать 2%. Но это еще не все. Когда вы рассчитаете свой стоп-лосс, ваши потенциальные убытки должны быть в 3 раза меньше, чем ваши потенциальные прибыли. А прибыль вы определите от отложенного приказа sell-stop, который вы выставите до нижней границы ценового канала, а на текущий момент это у нас с вами, смотрим, значение 0,6825. Вот ваша цель. И вы посмотрите, выполняется ли правило управления капиталом, да? То есть будет ли соотношение 1 к 3. Если условие выполняется, значит, вы ставите отложенный приказ и совершайте сделку. Если условие не выполняется, то мой вам, заметьте, добрый и совершенно бесплатный совет – лучше сделку не открывать. Итак, какие ваши вопросы по австралийской валюте, что не ясно, что непонятно, я жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте. Тем, кто впервые смотрит, еще раз рекомендую настоятельно, что вначале, прежде чем вы пишете свой вопрос, ставьте слово «есть», оно коротенькое. Я делаю паузу, вы пишете свой вопрос. А когда вы пишете свои вопросы в тот момент, когда я что-то рассказываю, получается очень невежливо, вы меня перебиваете. Это первое. Второе. По поводу коррекции фунта, мне совершенно без разницы, будет коррекция по фунту или не будет коррекции по фунту, поскольку я не знаю будущего, я не знаю, что произойдет. Я вам раскладываю все как есть. Я уже все сказал, да, то есть если, значит делаем, если, то не делаем. А уж будет коррекция, не будет коррекции, это совершенно меня не беспокоит. Что, собственно, не должно и вас беспокоить. То есть если условие выполняется, вы совершаете действие. Если условие не выполняется, значит вы этих действий не совершаете. Идем дальше. Мы закончили с триадой обратных котировок, теперь смотрим триаду прямых котировок, начинаем с пары доллар, японская иена. Недельный таймфрейм, неделя неопределенности. Шипы вверх, шипы вниз. Теперь смотрим формализованно, что у нас здесь с вами. Тренд нисходящей фазе импульса, и то же самое подтверждает индикатор OSMA. По японской валюте у нас с вами все говорит о том, что здесь 100% продажи, и поскольку нет никаких диверов, объем сделки совершенно стандартный. Теперь смотрим внутреннюю структуру, что происходит здесь. Идет волна отлива, ждем, когда отлив закончится, и на окончании отлива ждем, когда начнет формироваться новая проливная волна. Для этого должен быть сигнал осциллятора в продажу. На 4-часовом таймфрейме он должен быть сформирован и зафиксирован. Как только это произойдет, если, конечно, произойдет, да, мы не знаем. Так вот, если это происходит, значит, вы определяете, да, момент входа наступил, но это не значит, что нужно будет бросаться и оголтело продавать по текущим ценам. Нужно будет открыть часовой таймфрейм и здесь еще подождать, чтобы выполнилось еще одно условие – консолидация, узковолатильное боковое движение. И вот если все условия сойдутся, вы поставите отложенный приказ sell-stop, определите точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом, и в качестве цели у нас с вами цель практически отработана – 116.20. Рекомендую пока что ориентироваться на нее и в качестве бонусов взять
чуть более ниже расположенные значения на границе ценового канала 115-50. Да, вот здесь уже, наверное, можно ориентироваться на 115-50, поскольку 116-20 уже отработано. Поэтому вот об этой цели можно забыть. Вот это вот самое чуть-чуть уже не считается. Можно сказать, что цель отработана. Поэтому здесь берем нижнюю границу ценового канала. Еще раз повторяю, это значение 115 йен и еще 50 сен за 1 американский доллар. Какие будут у вас вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по японской валюте. Опять же, если есть вопросы, сначала коротенькое слово «есть». Тогда я делаю паузу и жду, пока вы свой вопрос напечатаете. И все у нас с вами получается очень вежливо. Итак, делаю паузу, жду. Не вижу слова «есть», значит, вопросов нет. Идем дальше. Смотрим следующую валютную пару. Швейцарский франк – это та пара, на которой мы не смотрим недельный таймфрейм. Сразу смотрим дейли. Итак, тренд восходящий в фазе отката. То же самое подтверждает индикатор OSMA. По швейцарцу сегодня не торговой ситуации. Находимся вне рынка, сделок не совершаем. Последняя валютная пара – это доллар-канадец. Две недели мощного роста – графика, соответственно, мощного снижения канадской валюты, поскольку также мощно падали цены на нефть. Формализовано. Тренд восходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор OSMA. Диверов нет. Посмотрите, цели все отработаны, о которых мы с вами говорили. Вот, да, пожалуйста, и ценовой канал, и уровень FIBA 7.6.4. Все отработано. Все просто классика жанра, просто песня, да, согласитесь. Все озвученные цели, все были отработаны. Теперь смотрим, да, поскольку у нас день покупок, нет никаких диверов, все достаточно стандартно. Смотрим 4-часовой таймфрейм. Здесь что мы с вами делаем? Да, мы должны просто обязательно подкорректировать верхнюю линию с учетом этого максимума. Вот только так и никак иначе. Теперь смотрим. Идет отлив, ждем, когда отлив закончится, и начнет формироваться новая проливная волна. Это значит, что на 4-часовом таймфрейме должен быть сформированный, зафиксированный сигнал осциллятора в покупку. Как только он закрепится на закрытой свечке, вы поймете, момент входа наступил. Открываете часовой таймфрейм, и здесь обязательное условие – это движение вбок, консолидация. Если все условия выполняете, ставите отложенный приказ «бай-стоп», определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом, и в качестве цели на текущий момент верхняя граница ценового канала 1.4620. Но не забываем, что правила управления капиталом еще никто не отменял. Если ваши потенциальные прибыли не будут в 3 раза превышать ваши потенциальные убытки, от сделки лучше отказаться. Вы, конечно, можете этого не делать, но потом, пожалуйста, не говорите, что вас не предупреждали. Итак, какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по канадской валюте. У нас осталось только золото и буквально 1 минута времени. Для тех, кто впервые смотрит наш обзор, могу прорекламировать вам 2 следующих бесплатных ознакомительных семинара, которые очень помогут вам лучше понимать то, о чем мы говорим здесь на наших обзорах. Первый семинар – это новостной фундаментальный анализ, и второй семинар – это технический анализ, индикаторные методы. Вопросов нет, идем дальше, смотрим золото. Фильтры смотрят вниз, это означает, что отдаем предпочтение сделкам только на продажу, смотрим внутреннюю структуру, осциллятор, к сожалению, не подошел к своей зоне перекупленности. Поэтому лучше подождать, пока ситуация будет более благоприятная для начала открытий по этому финансовому инструменту. Это все. Мы закончили весь наш с вами консервативный взгляд на вещи. У Андрея есть вопрос. Андрей, давайте ваш вопрос. Жду, когда вы его напечатаете, но имейте в виду, что время нашего обзора уже подошло к концу. Скажите, пожалуйста, где делся Веселин Петков и будет где-нибудь его обзоры. Не очень грамотно написано, но вопрос хороший, на него я обязательно отвечу. Только не где делся, а куда делся, если вопросы. Где через «нибудь» пишется, через черточку, через дефис, да? И еще все-таки нужно приставочка «ли». Будут ли где-нибудь его обзоры? К
сожалению, должен вас разочаровать. Веселин Петков покинул нашу компанию. Это сделано по обоюдному взаимному согласию. Вот, к сожалению, обзоров больше он вести не будет. Где смотреть эти обзоры? Теперь нигде. Раньше это можно было смотреть в Ютубе, когда он у нас работал. Теперь, к сожалению. Этих обзоров нет. Ну что ж, а я благодарю вас всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожными. Берегите себя. Удачи всем.